Всем привет от тяжелого понедельника. Несмотря на то, что сегодня понедельник, день тяжелый, но погода-то прекрасная. Прям такая замечательная погода, можно гулять и гулять. Вот. И я вот сегодня решила тоже прогуляться. Погода хорошая. Вообще как-то в наши дни у всех столько проблем. И смотрю, вот сегодня стало замечать, все такие люди напряженные, все недовольные. В магазин зашла, нет ни одного доброго лица. Вообще мало, конечно, доброты нынче. Да и вообще желание и умение слушать тоже как бы отсутствует. Я не знаю, раньше как-то было заведено, там, если у человека что-то накипело, там, больно ему, ну, поделиться, просто поделиться с кем-то, и уже становится легче. Но сейчас, в нынешнее время, как бы вешать проблемы свои у другого человека уже, наверное, никто не посмеет. Да, от этого, конечно, люди страдают, психология страдает. Кстати, даже психологов нет у нас нормально в городе, чтобы пойти. Как бы это же тоже мозг человека, психика. Это такая тонкая вещь. Как бы и сойти с ума, даже просто от напряженности вот этого всего, то, что вокруг тебя. Даже если это тебя напрямую не касается, но вот эта вся круговерть, она, конечно, взрывает мозг, психику, нервы. Вот. Это я к чему говорю? О том, что надо уметь слушать друг друга. Иногда хотя бы, иногда. Потому что не всегда ты можешь рассказать что-то, прислушиваться чувствам, к словам. Быть добрыми по отношению друг к другу. Ну вот, эта погода такая прям навевает меня на добрые слова. Киска здесь сидела, хотела ее поснимать, она уже сбежала. Ну вот, дешевенькую елочку нашла, буду что-то делать с ней. Ну, снег, он подтаивает уже. О, красота, смену отработала, можно спокойненько опять творить. Вот так вот.